Большой пожар на побережье. На трассе здоровья ночью сгорело кафе «Санторини». Оно находилось прямо у моря, неподалеку от спуска с французского бульвара. Огонь охватил деревянный помост, подсобное помещение и кровлю. В ходе разведки установлено, что произошло возгорание открытой террасы и крыши на общей площади 150 метров квадратных. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, а вот причину пожара сейчас устанавливают.